Здравствуйте, дорогие мои друзья! Это садовый центр в Лондоне, и я показываю вам красоту, которую я увидела на выходных. Это невероятная красота, прекраснейшие махровые примулы, друзья, примулы, гиганты, которых я никогда ранее не видела. И действительно, это первый год они здесь, в этом гарден-центре, и это примулы-новинки. Это первые в мире высокорослые махровые примулы палеантус, друзья. Это я уже прочитала в интернете о них, а тогда я еще всего этого не знала, но просто показываю вам, какая это красота. Вот это примулы серии Pretty Polly, друзья. Это выведено в Англии, но сейчас вы видите уже другие примулы. Это Oak Leaf примулы. Видите, у них листья такие, как у дуба. Такие дуболистные примулы. Они тоже новые новиночки, но я их в прошлом году уже здесь видела в этом садовом центре. Это такая красота завораживающая. Я вот зашла, я просто была в плену вот этой красоты. Посмотрите, это опять Pretty Polly. Pretty Polly, прекрасные лавандовые цветы. Приближайте, и вы увидите название этого сорта. Видите, вот серия Pretty Polly. Махровые примулы палеантус, высокорослые примулы. Самые красивые, которые я когда-либо видела в своей жизни. Я была просто очарована, друзья. Прекраснейшие, огромнейшие махровые цветы, прекрасные, яркие, чистые цвета. Это такая фантазия у селекционера была и такая удача. И это селекционер Дэвид Келли. Это селекционер, который работает в Кембридже, друзья. Это автор тоже прекрасных махровых примул серии «Балерина». Вы знаете эти примулы, они такие низкие махровые. Но вот сейчас, в 2020 году, это появилась у него новинка, серия «Pretty Polly». Но примулы, вот эти вот, которые сейчас в кадре, «Oak» примулы, «Oak Leaf» примулы, вот это фиолетовая и розовая, вот это тоже что-то невероятное. Посмотрите, сколько там цветоносов, какие они высокие, какие они яркие, какие они обильные, какие эти глазки причудливые. Их прямо можно даже срезать и в вазу ставить, как букеты. Такие вот поляны из этих примул просто меня сразили. Вот и белые есть ок примулы. А эти желтые, это уже серия Pretty Polly. Посмотрите, какие прекрасные махровые, высокие, какие цветоносы, какие они величественные, какие они богатые, как розы. Друзья, это красота. Это невероятная красота, посмотрите. Они стоят дорого, потому что это новинки. Это первые в мире, как я уже вам говорила, махровые, высокорослые примулы. Мне очень нравятся сами примулы палеантус. Они очень красивые, очень красивые. У меня они были. Но вот эти, это что-то невероятное. Посмотрите, какие цветоносы. Я вот так вам пытаюсь показать, какая это величина, какие это гиганты. Но видео это очень трудно передать. Это высокие, высокие растения. Там больше 20 сантиметров высота. Они прям даже не похожи на примулы. Вот так вот идешь, смотришь, и просто ты в плену вот это все, всей красоты. Вот я вот пытаюсь вам показать, как это красиво и как это невероятно красиво. Но не переключайтесь, сегодня я вам расскажу о своем опыте, о том, как вы тоже можете поступать, если вам это интересно. Друзья, вот видите, какая красота, вот такой ковер из этих примул, эти примулы, Oak Leaf примулы, вот эти вот, которые сейчас с этим дубовидным листьями, это что-то тоже сказочное и неповторимое. В прошлом году видела несколько экземпляров здесь, но в этом году их очень много, и они в большом количестве здесь продаются. Они просто невероятные, друзья. Вот такие интересные, посмотрите, такие звездочки, как будто бы, а листья какие интересные. Это все очень интересно. Примулы тоже очень красивые, особенно весной, когда нету цветов и появляются они. Это прям такие невероятная красота, друзья. Вот смотрите, это уже другие, такие как бы клумбы продажи, вот такие сделаны пьедесталы, и на них разложены уже другие виды примул. Их очень много разных разновидностей. Вот эти низенькие, такие обычные, вот такие, видите, но какие огромные там цветы. Это все тоже очень интересно посмотреть.
вот так вот погулять по садовому центру, друзья. Ну, а теперь расскажу вам. Вы смотрите вот на кадры, которые я вам показываю. Вот это тоже опять это примула новинка, примула Притиполи серия. Просто смотрите на все эти этикеточки на горшках. А я вам расскажу историю, которая была в моей жизни. Вот. У меня было снято видео об этом, но я удалила его, так как не было места и памяти в телефоне. В 2019 году вот в таком вот садовом центре, не в этом, в другом садовом центре, я увидела прекрасные примулы палеантус. Они были темно-синего и лилового цвета. Они были просто шикарные, шикарные высокорослые примулы. Я просто залюбовалась ими и купила тогда. Посадила у себя дома, и они прекрасно цвели. Связались семена. Я этого даже не ожидала. Я ничего специально не опыляла, просто они образовались сами по себе. Это было свободное опыление. И летом я увидела, что семена созрели. Я ради любопытства. А вот эта вот серия балерина. Видите, друзья, я вот прервусь немножечко. Они низкорослые, они махровые, они уже распространенные в мире. Это тоже сорта Дэвида Келли. Тот же самый селекционер, который вывел эту серию новинку Притиполи. Друзья, и вот эти семена тогда летом я собрала и сохранила их до осени. Осенью у меня был ящик обычный с землей. Я просто рассыпала эти семена по поверхности этого ящика с грунтом. А также я рассыпала везде в саду, где у меня горшки с пеларгониями, друзья. Я не думала, что у меня получится что-то и вообще, что что-то будет. Но весной... После зимы, весной я заметила всходы. То есть мои семена, рассыпанные по поверхности, прошли естественную стратификацию, зимнюю стратификацию здесь, в Англии. Хотя нет мороза, но пониженная температура. Семена прекрасно взошли, были всходы. И я так вот держала их в этом ящичке, и они себе подрастали. Потом в конце лета, где-то в конце... августа я рассадила сеянцы. Это уже, друзья, вот вы сейчас видите мои сеянцы, то, что расцвело у меня. Друзья, видите, какие цветы из семян. Значит, целый 2020 год сеянцы подрастали, а это уже вот весна 2021 года. И вы видите, как они зацвели, друзья. Это уже мои сеянцы. То есть, случайно собранные семена дали вот такие вот растения. Такие вот всходы были, и вот они подросли за год. И такие вот цветы. То есть, друзья, вы тоже можете собирать семена из покупных примул и высевать их у себя. То есть посеете осенью семена, весной они взойдут сами по себе, целое лето будут подрастать, а на следующий год они зацветут. Вот вы видите характеристики этих сортов, которые вы видели сейчас. Это примула Оак и примула Притиполи вы увидите. Но в Англии вот эта вот примула Притиполи, она защищена авторскими правами. То есть все производители, которые хотят заниматься разведением и продажей вот этих вот примул Притиполи, должны иметь лицензию на это. Так же, как и розы Дэвида Остина. В Англии вот так вот просто продавать нельзя. Огромное спасибо всем вам, дорогие мои друзья. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо вам огромнейшее. Пока-пока.